Очередную встречу в рамках исторического проекта «18-й квартал» организаторы посвятили аптечному делу. Сотрудники музея познакомили гостей с исторической экспозицией, но главной изюминкой стало выступление Валентины Сосонкиной, председателя клуба по истории фармации и провизора с многолетним стажем. В своем рассказе она впервые связала развитие аптечного дела не только с историей Бреста, но и страны. Независимо, какие были этапы, самое главное, поскольку регулировалась деятельность аптек на государственном уровне, потому что лекарство – это не обычный товар, он специфический, потому что связан с здоровьем людей. На всех этапах вот, развития общества. Первая городская аптека, организованная при шпитале Брестской еврейской общины, упоминается в 1495 году. К началу 19 века в Бресте работало 6 аптек при монастырях, костелах и больницах. Деятельность их всегда контролировали врачи. На каждое изготовленное аптекарями лекарство и привозные медикаменты во все времена предоставляли сертификаты. К 1939 году в Бресте над Бугом работали уже 9 аптек. Среди брестских аптекарей 10 человек имели звание магистра фармации. Специальность фармацевта, она специфична, поэтому свою профессию нужно любить. И сложность, наверное, и в прошлом, и в нынешнее время присутствует. На сегодняшний день фармацевтическая отрасль, наука шагнула значительно вперед. Мы уже работаем не с бумажным рецептом, а с электронным рецептом. Мы общаемся со своими коллегами в формате электронном. Поэтому достаточно много предложений на основе информационных технологий предложено нам для работы в аптеках. О развитии аптечного дела рассказывает и самая крупная в Бресте экспозиция, которая сегодня работает в одной из старейших аптек города, номер 3 на улице Советской. Учреждение выполняло фармацевтические функции с момента постройки в 1923 году. Эта аптека, единственная в Бресте, расположена в своем первоначальном месте создания. Сейчас здесь проводятся экскурсии и ведется работа с молодыми фармацевтами. Эта профессия очень трудна во все времена, потому что она требует большого объема знаний в этой области. Все, что имеется в нашей экспозиции, это когда-либо использовалось именно в работе нашей аптеки. Некоторые экспонаты приносили население, жители города Бреста, наши коллеги, сотрудники нашего предприятия. Изучение истории в рамках проекта «18-й квартал» продолжается. Фармацевты и музейщики договорились о взаимном сотрудничестве и обмене новой информацией. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.